Пока весь футбольный мир ждет с нетерпением завершения футбольного чемпионата мира в Бразилии, в Нижнем Новгороде все только начинается. Нижегородская «Волга» сегодня начинает новый сезон на родном стадионе «Локомотив» против Новосибирской «Сибири». Правда, впервые за 3,5 года нижегородцы начнут играть не в премьер-лиге, а рангом ниже – футбольной национальной. К тому, что болельщиков в этом году будет гораздо меньше, в клубе, кажется, были готовы. Абонементов на этот сезон, скорее всего, не будет. Да и зачем они, когда даже билеты по реально низким ценам покупают неохотно. Даже в кино за такие деньги не сходишь, пошутил один из прохожих. Впрочем, те же, кто пришел в этот воскресный день на стадион, вполне резонно ждут от своих любимцев в этом сезоне фильма только со счастливым концом. Чтоб наши вышли в премьер-лигу. Конечно, попадание в премьер-лигу. Первое место, без тыков. Жду возвращения в премьер-лигу, соответственно. Вот. И, конечно же, красивой игры, качественной. Атакующего футбола. Однако с атакой и обороной нижегородцев в первом тайме мало что получалось. Один из провалов на левом фланге обороны чуть не завершился голом. На последнем рубеже нижегородцев выручил Комаров. Самый опасный момент сибиряки создали за 10 минут до конца первого тайма. Здесь уже «Волгу» выручил каркас ворот. Однако забить в первом тайме было суждено именно хозяевам. Одна из немногочисленных атак нижегородцев завершилась точным ударом новобранца «Волги» Кухарчука. Если первая половина матча вполне тянула на средненькую драму, то второй тайм можно смело транслировать с плашкой 18+. Свисток арбитра звучал все громче, футболисты падали все чаще. Как итог, 2 удаления у новосибирской команды и 2 травмированных в стане нижегородцев. У Козлова рассечение, да, сейчас там гематома, ему кровь пускают, чтобы ушла из-под глаза, и у Жестокого открытый перелом носа. Из чисто футбольных событий во втором тайме можно отметить только несколько опасных стандартов у нижегородских ворот и гол нападающего «Волги» Даниленко в самой концовке. Ощущение самое хорошее. Главное было начать с победы. Первая игра, победа. Нужно продолжать в том же духе. Сила тела и духа подопечным Андрея Талалаева наверняка еще пригодится. Как показал первый матч, игра в первом дивизионе сильно отличается от премьер-лиги. И явно не в лучшую сторону. Ким Андреев, Илья Федулов, Горький ТВ.